Алис, ты еще маленькая, тебе всего месяц. И это первый твой Новый год. Ты еще не знаешь, что родилась самая лучшая область. У нас живут самые добрые, отзывчивые, самые замечательные люди. Да, иногда нам всем приходится трудно. Мы спорим, ругаемся, злимся. Но главное, что мы хотим сделать нашу область еще краше, еще сильнее. Мы сможем это, я уверен. Потому что мы все вместе. Наши бабушки и дедушки, мамы и папы, наши дети и внуки, наши семьи. Это и есть Амурская область. Алиса, ты еще кроха. Но я уверен, что ты вырастешь достойным человеком, как все жители Амурской области. С Новым годом, семья! С Новым годом, амурчане!